Гости с другой планеты. Накануне жители Нового Уренгоя наблюдали за необычным явлением. Во дворе одного из домов на улице геолога-разведчиков неизвестные оставили на снегу интересный отпечаток. По словам очевидцев, это были существа явно неземного происхождения. В один голос свидетели утверждают, что предмет овальной формы, светящийся сотнями ярких огней, завис в воздухе и через несколько секунд исчез. Летающий объект оставил после себя след, который на утро 1 апреля обнаружили и жители соседних домов. Все подробности у Ольги Поляковой. Сегодня к нам в редакцию обратились жители города. Они стали свидетелями появления НЛО. Но в Уренгое до сих пор не могут понять, что это было. След, оставленный на дороге, отпечаток летающей тарелки или знак, который нам оставили инопланетяне. Впрочем, свидетели этого события расскажут нам о том, что они видели вчера вечером. И вот вчера вечером смотрю в окно, а там такое свечение. Что-то круглое садится. Пока я ходила на кухню, чтобы сфотографировать, у меня фотоаппарат там выглянул, остался только след. Когда ей было 6 лет, летающий объект был совсем рядом. Этот интересный случай из детства женщина запомнила на всю жизнь. Кирпичного цвета такого. Ну и не скажешь, что это тарелка, но такой какой-то объект. Иллюминаторами. Он завис. Мне стало интересно. Я подскочила, чтобы показать детям. Побежала, созвала их. Пока мы прибежали, он исчез. Еще один неопознанный объект жители города обнаружили возле горы Милеста. Необычное явление сняли на мобильный телефон. Уникальные кадры этого эксклюзивного видео прямо сейчас на ваших экранах. Да. До этого на Ямале уже были зафиксированы случаи появления неопознанных объектов. Факты, окутанные тайной. Ученые до сих пор спорят о происхождении знаменитой воронки, которая образовалась на полуострове в прошлом году. Нам удалось связаться с Центром исследования аномальных явлений. Специалисты склоняются к тому, что воронка – следствие прилета на Землю неизвестных существ с другой планеты. Наши приборы показали, что газов там не было, и радиации. По предварительным данным, провал образовался из-за приземления объекта, как мы его называем, потому что никаких следов обгорания, обугливания, ничего этого не было. Ситуация в Новом Уренгое нас очень заинтересовала. Возможно, это тот же самый объект. Мы приедем, чтобы изучить место его приземления. Так что это за знак, который оставили инопланетные существа на снегу во дворе дома? Свои предположения высказали новоуренгойцы, которые с явной опаской проходят мимо. А как вы думаете, это отпечаток этой летающей тарелки или какой-то знак они нам оставили? Я утром уезжал, я даже не посмотрел. Ну нет, я не проходил здесь. Ну вообще, ваше предположение, что это может быть? Мне кажется, это кто-то шутит. Думаете? Вы думаете, прилетели к нам? Надо им. Просто есть очевидцы, которые видели, и даже есть видео, снятое на мобильный телефон. И там явно видно, что это какой-то летающий объект. Да. И причем в этом месте. Не знаю. Я почему-то не верю в все это. Я думаю, это молодежь что-то нарисовала. Я так думаю. Знаете, какой сегодня день? Ах ты. Я подозревал, что это нарисовано, но вы так серьезно говорите все это. Пожалуйста. Вы меня разобрали.